Здравствуйте! Это Надежда Абрамова и программа «Вкус настоящего». Сегодня в программе «Неодекаданс 90-х» от Джона Галлияно. Эталон автомобильного дизайна. Хрупкость и вечность – две стороны одной медали. Новогодняя елка для подшефных детской благотворительной организации. Это было в далеких, как нам сейчас кажется, 2000-х. Великий Джон Галлияно был велик прежде всего потому, что не боялся вообще ничего, в том числе создавать кричаще красивые вещи. Ему бы шить для двора короля солнца и для нашей Елизаветы. Впрочем, тогда бы он не смог устроить тот грандиозный показ «Гранд-опера». Ученый читает историю как книгу или в лучшем случае разгадывает кроссворд. Художник всегда как стихи. Увидеть рифму между камерным финалом недавно завершившегося 20 века и его эпическим началом мог только художник с обостренным чувством абсолютной до извращенности красоты, которую принято называть декадентской. Неодекаданс 90-х нашел в тогда еще совсем молодом Джоне Галлияно своего истинного пророка. Показ в парижской опере, созданный британцем новой коллекцией модного дома Кристиан Диор, был словно манифест. Кутюрье будто прокричал на весь мир: прекрасно лишь то, что болезненно и эксцентрично. Театр естественен, а жизнь нет. Наслаждение – единственная цель бытия. Как на спиритическом сеансе Галлияно вызвал из мира духов ту, чей образ стал символом великого искусства великого упадка – маркизу Луизу Казетти, музу и возлюбленную Габриэле Дануцио, которую тот называл Кора, одним из имен Персефоны, богини загробного мира. Ее инфернальная красота вдохновляла Сальвадора Дали, Жана Кокто и Бакста и еще пару десятков великих художников и поэтов. Она надевала живых змей на прекрасное голое тело и выгуливала ручных гепардов по венецианской пьяцце Сан-Марко. Одним словом, Луиза Казетти была лучшим, что породила больная эстетизмом Европа в преддверии Великой мировой войны, которую историки назовут Первой мировой войной. Мог ли устоять перед чарами маркизы Джон Галлияно, ненавидящий самоуверенности естественного и все, что навязывает хороший благопристойный вкус? Он и не устоял, сделав коллекцию как признание в любви той, что почти 100 лет назад заявляла, что хочет лишь одного – быть живым произведением искусства. Благодаря Галлияно это ей удается и после смерти. Нет ничего хуже, чем застегнутая на все пуговицы благопристойная мода. Вообще избыток хорошего вкуса – первый признак безвкусицы. Спасибо Галлияно, особенно в его классический период, за то, что постоянно напоминал нам об этом. Уроки прошлого бывают и такими. А теперь немного о настоящем. В 20 веке у нас на глазах произошло рождение целого искусства. Речь идет о дизайне. Да, дизайн был и прежде. Оформление интерьеров, придание предельно функциональным вещам прекрасной формы. Но именно прошлое столетие сделало из дизайна культ. В современном нашем быту дизайн, конечно, присутствует во всем. Начиная от мобильного телефона, мы все любим очень красивые телефоны, мы все любим красивые аксессуары. Безусловно, мы все хотим окружать себя красивыми вещами. Конечно, во всем присутствует рука дизайнера. Главные шедевры в мире промышленного дизайна породил автопром. Культовый автомобиль в наши дни – то же самое, что культовая живопись пару столетий назад. Интерьер, чем мы особо гордимся, является абсолютно эргономичным. Вы через уже несколько минут будете на уровне подсознания знать, где находятся те или иные элементы управления автомобилем. В отличие от картин, автомобили не стареют. Их внешний облик корректируется в соответствии с эпохой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы стали свидетелями презентации нового, но уже давно ставшего культовым автомобиля. Уже не первый год заслуженно находится на вершине автомобильного Олимпа. И находится он там именно благодаря своему уникальному сочетанию таких качеств, как динамика, даже в статике, таких качеств, как роскошь, при этом элегантная роскошь, и такое качество, как комфорт, при этом безопасный комфорт. Машина подразумевает и дает возможность достаточно агрессивной езды, и главное не злоупотреблять этим, а эту энергию направлять в мирное русло и исключительно свое удовольствие, и не мешать другим участникам дорожного движения. Вроде она большой представительский класс, но когда ты садишься вперед,
ты ощущаешь себя все равно спорт, энергия, динамика, глаза горят от управления. Но также, когда мы ехали с вечеринки, я сидела сзади, это было, я сидела и чувствовала себя королевой. Это искусство строить такие автомобили, и это искусство делать повседневную жизнь нестерпимо прекрасной. Знаменитый немецко-американский искусствовед Эрвин Пановский в книге «Ренессанс и ренессансы в искусстве Запада» сформулировал убеждение, которое дискутируется в художественном мире до сих пор. Искусство неотделимо от жизни, которая постоянно развивается и сменяет одни идеалы и устремления на другие. Поэтому Ренессанс возможен всегда. Необходимо лишь вовремя заметить новые образы настоящего, найти художников, способных ухватить дух и темп современности, при этом чутко относящихся к традиции. Сегодня замечательный праздник в нашей галерее. Исполнилось ровно 5 лет, как она открылась. За 5 лет галерея заняла свою нишу в культурном пространстве Санкт-Петербурга, вышла на определенный уровень. У нас есть постоянные клиенты, у нас есть художники, с которыми мы постоянно работаем, уже неоднократно проводили выставки таких замечательных художников, как Елена Базанова, Андрей Рамусюков, Сергей Киселев, Ольга Ивлева. На чьи выставки забирается огромное количество народа, и да, они пользуются большим интересом. Кроме праздника, сегодня будет проходить благотворительный аукцион, деньги от которого пойдут в фонд «Белая роза» и в фонд «Шаг навстречу». Эти фонды известны в городе, они занимаются благотворительной деятельностью, связанной с помощью людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, в том числе онкологическим больным и детям, больным онкологией. Современный тренд, который стал уже доброй традицией, сведение искусства, предпринимательства и благотворительности в гармонии синтеза. Фонд существует благодаря поддержке в основном либо неравнодушных людей, просто семей людей, да, которые оказывают нам помощь, и много различных компаний, которые тоже осуществляют деятельность. В основном это компании Санкт-Петербурга, жители Санкт-Петербурга, которые не безразличны данные проблемы, и они оказываются нашими благотворителями. В 21 веке пришло понимание – разные социальные старты должны взаимно проникать друг в друга ради создания нового культурно богатого общества. Эту тенденцию, пришедшую с Запада, подхватывают наиболее прогрессивные деятели петербургского арт-бизнеса. Хочется, чтобы благотворители не покупали просто детские рисунки за большие деньги, а купили действительно произведения искусства. Такие работают, как «Белая роза», да, это абсолютно точно предмет коллекционирования. Да, те, кто коллекционирует фарфор, да, думаю, что захотят в своей коллекции иметь такую вещь. Те, кто коллекционирует картины, да, это тоже замечательный коллекционный материал, который мы сегодня представляем. Мало того, что это украшение, это еще и инвестиции в современное искусство. Хрупкость и вечность – две стороны одной медали. Морозный финансовый климат удается преодолеть за счет вложений в художественное творчество. Я уверена, что замечательная картина Ольги Ивлевой, которая так сильно понравилась мне, будет создавать очень положительный настрой в нашем офисе и нести радость людям, которые будут приходить к нам и обращаться за помощью. Мы купили картину для компании на этом аукционе с той целью, чтобы понять и, наверное, может быть, и для себя, и показать другим людям, что помощь ближним всегда, она как дорога с двусторонним движением. Наверное, в этом философия жизни. По красивому совпадению фонд «Белая роза» на выставке встретил свою прелестную тезку – фарфоровую белую розу работы мастера Евгения Андреева. Это шедевр, выполненный по уникальной, единственной в мире технологии. Теперь две белые розы соединились. Фарфоровый цветок станет главным лотом нового благотворительного аукциона и тем самым послужит благородному делу. Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей радость и счастье, писал великий французский моралист Виктор Гюго. Поэтому даже в самые тяжелые времена дети, окруженные должной заботой и любовью, чувствуют себя безмятежно и радостно.
Петербургские волонтеры из организации, занимающиеся помощью сиротам и больным детям, уже более 10 лет ищут решения, которые превратят трудное детство в счастливое, и находят их. Материальная помощь, безусловно, важна. Без нее не купить лекарства, не купить подарки, не организовать мероприятия, не заплатить за автобус, там, например, чтобы детей привез из одного места в другой. Но кто-то не хочет или не может конкретно помогать деньгами. Он может позвонить в нашу организацию или в любую другую и спросить, какие нужды. Он может сам купить какие-то подарки, он может сам купить какие-то лекарства. Улыбки, счастливый смех, возня, беготня – вот какую картину мы застали на новогодней елке для подшефных детской благотворительной организации. Стоит помнить, что даже у очень больных детей мощные природные ресурсы, бесконечные возможности к восстановлению. Наша задача – сделать так, чтобы облегчить жизнь этих детей со всех сторон. Физические страдания и возможность выздоровления – это лекарства. Психологическая помощь – это психологи, педагоги на отделениях, возможность развиваться, как в детских юках. У нас замечательно работает педагог по музыке, хотя это дети плохо слышащие, но это африканская музыка, это барабаны, они прекрасно слышат ритм. И по танцам, потому что двигаются они прекрасно, они хотят двигаться, они хотят показать, что они умеют. Сегодня наше общество все чаще отказывается от антигуманных идей, пытается научиться не отвергать людей с ограниченными возможностями, больных и инвалидов. Нам стоит помнить, любовь и милосердие помогают найти счастье в самых простых и естественных вещах. Поэтому особенно важная задача для всех нас – решиться открыть сердце ближнему и прийти на праздник, в котором главное – радость человеческого общения. В истории мировой культуры, которой мы увлечены до влюбленности, много поучительных страниц. Но всякое наше обращение к истории преследует только одну цель. В прошлом мы ищем истоки вкуса настоящего. Такой поиск лишь в радость, так что обязательно продолжим уже при следующей встрече. Аксель Моторс – официальный дилер BMW.